Я на телевидении. А представьтесь тогда. Ольга Владимировна Гилева. Я работаю в школе 91-й поселке. Вы любите песню? Песню. Авторскую? Любите. Это моя жизнь. А, вы даже сами играете, поете? Вы сейчас репетируете, вы конкурсант, да? Играете, поете, это не главное. Слушайте, живете этими песнями. Вот что главное. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Если вы знаток туризма, расскажите мне так о туризме, чтобы я захотела вот прям с поход с вами сразу. Мы ходили на полярный Урал. Так, а это был пеший, горный это был лыжный, или лыжный? Лыжный поход в марте месяце. Был водный в Карелию, ну буквально мы на недельку туда скатались. И восточный Саян. А вы сами из Котласа? А, вы чугодский, да? То есть, он, видите, тут география интересная. Я смотрю, много людей из разных населенных пунктов. Вы как любитель или вы профессионал уже? Как профессионал? Профессионал, он, как правило, зарабатывает на этом деньги. Угу. Это скорее хобби. Ну, то есть вы не основной вид деятельности, да, у вас нет, туризм? Нет, то есть основной вид деятельности я зарабатываю деньги, я работаю на железной дороге. Ага. А в свободное время все отпуска, выходные, и я стараюсь проводить на природе. То есть вы на своей работе зарабатываете, а здесь вы получаете удовольствие от заработанных денег, потому что вы их тратите на какие-то снаряжения, например, да, то есть на путешествия. Не то, что я трачу, как бы я занимаюсь, а деньги как бы это, ну, какой-то инструмент, который позволяет путешествовать. Но я вижу, у вас здесь гитара есть. Это не моя, мне туда никто. А вы участвуете в конкурсе песни «Северная рапсодия», фестиваль, не участвуете, просто болельщик? Да. А можно вам задать вопрос? Вот сейчас фестиваль туризма проводится. А в связи с чем это связано вообще? Не знаю, просто я понял так, что перенесли с лета. Угу. А, с лета перенесли сюда, да, на осень? Вообще, этот след должен был быть осенью, но летом. Ага, вы в Котласе или не из Котласа? Потому что у вас написано Котлас. Я из Котласа, живу в Сыктывкаре. А, живете в Сыктывкаре. Вас сюда пригласили или вы по зову души? Елена Владимировна. Елена Владимировна Лютова. Вы сейчас будете участвовать в гала-концерте? Да, в гала-концерте буду участвовать. Угу. Мы с Борисовичем вдвоем будем петь вдвоем, он там стоит за ним. А вы известный дуэт? В узких кругах. В узких кругах? А как называется ваш дуэт? Никак не называется. Хорошо, мы вас увидим тогда на сцене и поймем уже, что к чему. А вы прекрасная девушка. Что же вы делаете среди вот этих всех дремучих туристов, которые здесь есть? Ну, 7 лет туризма за моей спиной. Раз. Да вы что? То есть вы уже опытная? Нет, я все забыла. Я уже в другой стезе маленькая. А, то есть вы сочувствующая? Нет, я исполнитель. А, исполнитель. Вы участник конкурса? Тут же совместили 2 фестиваля, бардовский и туристический. А вы к какому относитесь, к бардовскому или к туристическому? Я душой и к тем, и к тем. Не прохладно, тепло. Угу. Вот. Спасибо, Женечка. Супер. То есть мы вас тоже увидим на сцене? Ну, я надеюсь. А от жюри все зависит. А представьтесь, как вас зовут? Надежда Болотова. Надежда? Надежда Болотова. Болотова. Ну, вот теперь будем знать. Я знаю, что вы часто бываете в Котласе. Вот что ж сюда вас тянет? Ну, во-первых, друзья, здесь домашний фестиваль. И, честно говоря, вот когда домашний, хочется просто пообщаться. Uh-huh. Здесь просто можно самое главное условие выполнить для себя – это возможность выговориться. А человек пишущий, значит, идет там, где его слушают. А здесь это делать умеет, слушать особенно. Поэтому с большим желанием, с большим благоговением рвешься вот сюда, вот, наверх, чтобы показать новые вещи, какие-то, спеть старые свои песни. Вот. И на Котлас, конечно, вот, весь регион, область Архангельска для меня, конечно, это такая вотчина. Я как губка впитываю все, что вижу, много информации получаю здесь. Вот а песни рождаются потом? Ну, конечно. А я знаю, вот, что дуэт «Зеленая лампа», который вы представляете здесь, да, как один из основных участников. Димка заболел, просто он не смог. Вот на этом, на мелодии этого дуэта выросло очень много, большое поколение людей. Вот даже, да, вот я, например, еще когда училась, 20 лет назад, в общем-то, было, и помню песню «Колыбельная», да, которую я слышала, может быть, в вашем исполнении. Нашим, в вашем, да? Да, то есть вы ее запели.
Вот она была одна из самых моих любимых песен, потому что я тоже вообще в прошлом исполнитель авторской песни, даже какие-то места где-то занимала, но это было очень... Вот что дает эти фестивали, кроме творчества? Ну, то есть, что, вот вы говорите, вы как отдушина, да, приехали, вдохнули в себя силы, а дальше что? Ну, слово, это же, два слова хорошее, отдушина, это же энергетика, ты же подпитываешь. Когда сам не обманываешь зал, не обманываешь своих зрителей, значит, получаешь взамен эту энергетику. И когда накачиваешься, и, то есть это жизнь, это, в принципе, здоровье, по большому счету. Через мох, 10 лесов, пешки, да бог, в лукошке мой лов, один грибок, я все равно домой его снесу, ведь одному на поле ему в лесу. Жена ему промоет от души, картошки в сковородку покрошит, палит помидорчиков о лучку, и 200 грамм отметит грибничку, и будет нам пожарок от судьбы, вино, свечи, огарок, и грибы, и сладкое, и стона от того, что нету лучше дома ничего. Ползет туман белесый на дома, а в перспективе осень и зима. На тысячи миллионов лишь ты, да я, такая мне история. Когда ты станешь красивым, как Бог, прошу тебя, помни, ты не один. На каждого Бога найдется сверхбог, кто-то ведь тоже был молодым. Надеюсь, ты понял, задаваться не надо, но тот, кто отстал, не получит награды. Так уж устроен этот олимп, и все неудачи, прыщи и полюсы ты относи на счете революций, что прописают на пьяный мир. Когда ты станешь старым, как я, другими словами, ты станешь отцом, и хвастаться будешь родным и друзьям, совсем еще маленьким, но так похожим лицом. Все те же пеленки, бессонные ночи, много приятных других заворочек. Это поймешь, или что-то потом. Я пережил бессонные ночи, но как же я счастлив, когда ты как хочешь, если ты будешь хорошим отцом. Когда ты станешь старым, как мир, я так надеюсь, ты не будешь ворчать. Главное быть душой молодым, иначе замоешь на ровный блин. И все еще будет, хоть все уже было, и ты перемешаешь историю мира, а внуки считают тебя будут своим. И если есть порох в пороховницах, значит, ты ягоды есть и дыхница. Давай назовем это. И если есть порох в пороховницах, значит, ты ягоды есть и дыхница. Давай назовем это. Рок-н-ролл сын! Надюшка, подходи теперь, сейчас будет самое интересное. А самое интересное заключается в том, что строгое, но объективное жюри в номинации «Автор» присудило диплом первой степени обоим нашим участникам. Диплом первой степени фестиваля авторской песни «Серый на Рапсодии» в номинации «Лучший автор» награждается Болотова Надежда. Номинация «Лучший автор» награждается Митков Антон. Yeah!
тесно, очень прелесть, как чудесно. Вот новые формы искали, думали, вот придумали, решили объединить два мероприятия для того, чтобы побольше народу собрать, поинтереснее, разные уровни, чтобы вот, были. А что из себя представляет фестиваль туризма? Ну, то есть вот сейчас. На сегодняшний день это приключенческие гонки в новой форме, в форме ПСР, и фестиваль бардовской песни, потому как в прошлом году его не было, и мы в прошлом году, когда писали проект, его решили вписать. Поэтому объединили два фестиваля, добавили сюда игровые площадки, и провести на базе отдыха решили. И, ну, вот, а сложно вообще? Проводить мероприятия крупные всегда тяжело. А в чем самая большая сложность? Финансы. Финансы, да? Привлекайте спонсоров. Ну, спонсоров. Ну, вы что, так к нам не обратились в этот раз? Понимаете, по спонсорам всегда получается так. Тянут до последнего, ну, как говорится, да. И потом, допустим, дают отказ, и получается проблема. Ну, я так скажу. Но те, кто дают, они, я им, конечно, очень благодарна всем. И администрации, то, что они нас поддержали на данный проект, профинансировали тоже немаленькую сумму. Но сам фестиваль, конечно, по финансам требует гораздо больше средств и, конечно, гораздо больше людей. А, Елена Владимировна, вы вот несколько лет уже возглавляете детский турист, как правильно называется, детско-юношеский туристический центр? Центр мы с января будем, а сейчас мы пока еще станция юных туристов. Станция юных туристов. Что же вас так, ну, то есть вот вас это держит, работа? Ну, то есть вот почему вы, вам это интересно? Мне вот это вы нравится. Лично вам? Мне это нравится. Вот именно наше учреждение, оно очень разностороннее. У него есть возможность развиваться, есть возможности перспективы. Один объект сдаем, начинаем другой, и так далее, и так далее. Что сегодня станция юных туристов может предложить горожанам? Ну, основной вид деятельности – это, конечно, дополнительное образование детей, поэтому на базах школ, почти во всех школах города и даже в двух детских садах наши педагоги занимаются с детьми, а туристско-краеведческой деятельностью направлений. У нас есть социальный заказ администрации, это турслеты, соревнования и так далее. Вот. Зимой вершина, наверное, работает, да? Раньше был детский лагерь, теперь пока нету для летнего оздоровительного отдыха. Но у нас база отдыха работает, годные выезды для всех школ города. Вот. Ну и мы всегда идем навстречу и другим организациям, которые работают с детьми. Вот. Их приглашаем и тоже даем скидки. А вот зимой вершина работает? Да, конечно. В этом году она работает круглогодично. А Чайка? Уже. Чайка как база пока работает. А дальше видно будет. Ну, то есть, если мы захотим отдохнуть, то мы куда можем прийти? И Чайка, и вершина. То есть, к вам нужно обратиться, и вы уже скажете, да, какой спектр услуг вы можете оказать простому котловскому населению. Еще экскурсионка у нас есть. Возим а по экскурсионке детей, куда? А возим детей. Ближний туризм, то есть, это, ну, Красавино, Красноборск, Липеть. Вот Лажма, новый там Великий Устюг. Отправляем группы. Много ездят у нас в Киров, Ярославле и Нижний Новгород. Отправляем группы. Ну и, конечно, много принимаем, возим к нашим соседям, что очень жаль. А я вот смотрю, сегодня много гостей присутствует из других городов. Вот каким образом вы дружите или как-то вот как связи вообще устанавливаются с другими городами? Ну, конечно, по знакомству все. То есть личное участие, да, очень важно в любом деле, да? Да. Елена Владимировна, спасибо вам большое. Желаю вам успехов, процветания вашему предприятию. И чтобы вас всегда со всех городов России приезжали в гости на фестиваль туризма. Спасибо. Вы правы, по привычке это мало кто поймет. То, что к черту на кулички нас нелегкая несет.
к этой пристани гитарной, фестивальным маякам, берегам звезды полярной возвращаться надо нам. Надышаться, насладиться дымом песенных костров, в ночь бессонную влюбиться после пыльных городов, погрустить и посмеяться, поболтать и помолчать, просто-напросто собраться и разъехаться опять. Да, вы правы, невозможно нас в обратном убедить. Без романтики дорожной мы не сможем дня прожить. Наплевать на непогоду, расстояние не беда. За Калёни нет народа, доберемся хоть куда. Надышаться, насладиться дымом песенных костров, в ночь бессонную влюбиться после пыльных городов, погрустить и посмеяться, поболтать и помолчать, просто-напросто собраться и разъехаться.